О, вот поцель. Еще хорошая канистра, а кто-то выкинул. Ой, почти новая. Потраханная маленько. Свят, свят, свят. В смысле, ой, вей. Приветствую тебя, о, Аладдин. Я не Аладдин, я Беньямин. А ты кто, джин? Раб лампы? Раб канистры? Нет, я раб содержимого канистры. А почему ты только наполовину вылез? Так я же это, под санкциями. Не дают развернуться. Но ты, я гляжу, тертый калач. Да трут все, кому не лень. Вот я и тертый. Желания какие будут? Нет? Времени в обрез. Да будут, будут. Мое желание — замочить Хамини. Этого, что ли? А что, есть другой? Не могу. Хамини мой друг. И у него, кстати, есть свое желание — замочить тебя. О, прекрасный Беньямин, да продлятся твои дни. Да-да, мочи его. Я же твой друг. Минуточку. Так и я твой друг тоже. Хм, да. Значит, и тебя не могу. Алло, тут надо что-то решать. Одно из двух. Из двух не катит. Я выбираю особый, третий путь. Алло, а это что за третий путь? Третий путь и вашим, и нашим. Чтоб ты сдох. Аналогично. Не, вы это видели? Эй, вылезай, мы не договорили. Извини, братан, дела. Там Меркель трубу трет. Наверное, ей понадобилось. У меня создалось впечатление, что Путин не будет мне мешать.